А, то есть если красненько горит, это все включено, да? Да, если ее включаешь, то... Про музыку говорю, про музыку. Я бы не напомню. Всем приветики. Всем приветики. Мне доверили камеру. Ёб-карёк. Куда мы едем? Штат-оператор. Маленькую предысторию, маленькую предысторию. Едем прямо. Прямо едем. Едем прямо. Ладно, никуда мы не едем. Просто, короче, я забрал камеру, думаю, постебаю, короче. Никуда мы не приедем. Просто... Едем в город-герой Томск. Герой? Герой. Почему герой? Просто. Просто герой? А? Просто герой? Просто герой. Нормально. Тролевая. Сейчас мы едем на заправку. Потом магазин за едой. Команды, блин. На сеанс надо ехать сытым. Угу. Даже если ты не забиваешься. Да. Даже если ты просто в качестве гостя. Говорил. Посмотри, какая луна большая. Кажется, потому что жарко. Просто охуенно. Вать. А что мы будем там делать в Томске? Мы в гости едем. Кому мы едем в гости? Кринату. Я только нажал на кнопочку, музыка пропала. Так наоборот, надо без музыки. Да? Да. Поэтому ты говори, когда ты ее будешь включать. А, ютубчик. Человек 95-й. Чё? Здесь даже 92-й дороже. Целых 25 копеек. Бензин, ты охуел? Нефть так-то подешевела. Слушай, а музыку нельзя, материться можно, да? Материться можно. А, да? Ну ебать, бензин дорогой. Я тоже всегда знаю, что странно. А вот время сколько? Время начала 9-го, а целых 2 человека смотрят трансляцию. Они покакать встали с утра, чаек попить там. Свежая утренняя струя, типа, и все такое. Ёпте, кофту напялил, еле высохла, отвечаю. Вот она еще даже чуть-чуть влажная. Так, чувак, отдай мне телефон. Нет. Мне расплатиться надо. Тебе что надо? Сейчас вернемся. Смотрите, как отмутили мобилу. Ёп твою мать. Ну, рассказывай. Камеру вырубай. Да ладно, он не упал. Короче, Вадим мне сказал, что он хочет сделать. А, и это будет Марио с тату-машинкой, как я понял. Дед с тату-машинкой? Марио. Дед. Марио! Это зми, Марио! Это зми, Марио, да. Вот. И куда он будет делать? Наверное, на плечо. На плечо? Наверное. Он большой будет? Я не знаю. Может, кстати, на предплечье, потому что когда-то давно он говорил, что он хочет... Ну, мы с ним смотрели, короче, видели татуху там одну. И тут, короче, чувак был в руке там тату-машинка, типа. Это, возможно, он сюда будет делать, на предплечье. На предплечье, да? Ну, тема. Ну, наверное, небольшую. Что у него ручки-то подзабитые. К бобру будет делать? Да. На правую. Я, говорит, руку подготовил. О. Подрочил, наверное. Ладно, шутки в сторону. А то уволь. Вы кто? Не, ребят, мы не в Томске. Это все еще юрга. К сожалению. Нам разрешили покушать. Взять, да? О, выходим, нахуй. Ты точно прям вот юргинский, вот прям вжигало. Ну так. Вот гопник. Машину закрыл? А в магазе-то снимать можно? Можно. Снимать? Ну так это, без памяти.
Я. Как обычно. Требует сказать. Здрасте. Здравствуйте. Нет, зеленый, нет. Если брать из энергетиков, то я бы взял лучше стандарт адреналин. Вот его. Но нормальный самый. Это не реклама, ребят. Это как апельсиновый. И это тоже апельсиновый. Адреналин это апельсиновый, и монстр апельсиновый. Ну, кстати, вот это должно быть плохо. Имбирь лайм. О, похуй. Вот, да ёб твою, кстати, а ты охуенно, я бы синенький взял, только синенького нет. Если просить фишку, что синенький крутой. Это апельсиновый. И он крутой. Пошу. Перед сеансом нельзя же? Бать, нельзя же перед сеансом. Ему похер. Нет. Повышенный гемоглобин, да? Вроде бы знаю. Ты старый кто? Ну нормально. Да ладно, молодой ты, вот смотри, старый бы не поехал потом забиваться татухами. Смайки нормально. Смайки. Вот эти вот. Я вам да. говорю. Вот ты поел бы. Я тоже. Там надо вернуть, зачем он? А что кто платит, кстати? Денег нет. У меня есть. Ты взял? Смайки-то будем брать? Я ничего не буду, не вот я еще. Пошли, ты выжрать. Возьму. Не, пошли. 33-й это булочка так где-то. О, нормально. Нихуя себе это выцепил. Привет. Просрёмся нахуй в дороге. Приготовился? Нет. Видно. Где ты? Ну, просто находишься, кто тебя не ходит. Пожелаю. Знаешь, как ты? Ребят, дайте я быстренько покурю, потому что это единственная будет сигарета до Томска. Мне не дают выйти, короче, постоянно. Ребят, курить нельзя. Че, во все двери повъебался? Да. Это наша Рашка. Солнышко, церковь. Ста. Сауна. Сауны разве не было? Че он говорит? Не знаю. Сзади плохо слышно. Из микроволновки разве не было там? Была. Решили мы, значит, перекусить. Кто-то жрет, кто-то руль. Вот снегири. Че? Смотри, снегири, снегири. О, в натуре. 700 тысяч лет их не видел. Это давно у нас. Да. У меня сейчас в голове играет песня, знаешь, из дальнобойщика. Тупой игра. Блин, потрясывает камеру. Дорога говно. Там небольшая стабилизация в камере есть. Да? Нормально. Протри окно, пейзажики поснимай. Я вот спереди снимаю. Какие тут пейзажики? Дорога говно. Как какие? Вот, бескрайние о, нас, наши русские матушки. Нас снимает скрытая камера. Где? А. Улыбаемся. И машем. Делаем так, ну так, большую улыбку делаем. Так, закрыто, закрыто. Ну, сука. Сука. Кому строили это? Казатель. Давай. Проебал твой казатель. Я кушаю. Холодные смаки не очень. Особенно вот эти, где с яйцом прям такое все.
А с бургером нихуя такой вкус у этого имбиря. Хочешь? Нет. Едем уже минут, наверное, сколько? 20? По трассе. Мне кажется, мы уже часа 2 часа. Вот. И едешь. Вадик очень сильно хочет на сеанс татуировочки. Да, мы едем. Только что ехали 170, как бы нормально. Нет. Ну ты понял, да? Нет. Ну, блядь, не задействована ни в чем. Да ты представь, если все задействовано, как просто на семья и нам даст. Все задействует, природа охуеет просто. Че? Нет, ну понятно, ну типа вообще я имею. То есть все задействует, что там вырубить лес заняться, нахуй. Поля все нахуй, везде нахуй. Жрать нет. Ну засеять, например, нет? Засеять, кто за этим будет ухаживать? Ну, блядь, раньше же ухаживали. Раньше-то и особо так не жрали, как сейчас. Так вот наоборот, сейчас жрут-то много, надо и сеять много, значит. Подымать рось матушку с колен, блядь. Какой большой дядька ей. Ты какой молодец, а? Эх, бля. Солидарность. Бороздочки делают, интересно. Краска. Раз, два, пошел, гражданин. Ля пиздует. Ой, прикол был, он в Николе работал. Меня отправили это, как эти номера ячеек на складе прокрасили. Mm-hmm. Большая территория на улице. Дали мне трафареты, вот эту краску ебучую, блядь. Все, пошел рисовать, блядь. Мне дали цифры от какой-то какой рисовать. Ну я, короче, везде наебенил, нахуй, там около, блядь, 100 с лишним ячеек вообще ебанул. Ушел, короче, на обед, с обеда прихожу, стоит делегация директора, короче, за склада, ну вот эти все, нахуй. Ему теряться, блядь, я думаю, часов нет, нахуй. Ну и подхожу такой, стою рядом, стою, слушаю. Какой долбоёб, блядь, кто ему доверил, блядь, чё понаписал, дебил. Я стою, блядь, думаю, надо съёбываться, короче, только отворачиваться, ну, уходить, сзади за склад меня споёт, ну, стоять, блядь. Блядь, сука, а чё творил-то, блядь, вроде всё, блядь, ну, ровненько, аккуратненько, я ж художник, ёбаный, урод. Где, сука, ноль? Ноль где, блядь? Я, короче, за место там 4000, там 23. Я 423 делал, дальше нуля нет, нахуй. А это все по компьютеру, короче, ну когда ячейку сканируют. Ячейки вбиты в компьютер, в базу данных, в какой ячейке какая продукция стоит, блядь. И прикинь, 100 с лишним ячеек без этого ебучего нуля, блядь. Учет проводить хуже знает как, короче, делегация должна приехать, откуда-то, а нет, ты ебенил без нулей. Я так помню, расстроился, блядь, потому что я еще ботинки убил нахуй этой краской. А краска пока свежая, а на ботинке вот резину, каучук разъедает просто в путь вообще. Она же съедается в асфальт, ага. Чтобы она не стиралась. Я все ботинки угробил нахуй. У меня руки, блядь, все прям поразъело, блядь. Я так расстроился, блядь, я так все это близко к сердцу принял, блядь. Я же старался. Я же старался, да.
Потом проходит какое-то время, меня опять там что-то хотят поручить, а я: пошли нахуй, я нихуя делать не буду. Я же по руки нахуй, дебил и долбоёб. И больше ко мне вообще ничего не просили делать. Теперь понятно, почему ты бухгалтерией заниматься не хочешь. Я нули проёбываю. Особенно история была вообще прям эпическая. А еще самый прикол, когда, ну, на протяжении времени, блядь, допустим, отправляет какого-нибудь там грузовщика искать какую-то продукцию, ну, с продукцией, говорят, в номер ячейки. Он ездит по складу, орёт в эту в рацию: ёбаный в рот, да нет такой ячейки, блядь, здесь такие-такие, а такой ячейки, сука, нет. Ну, это кто, история не знает, новенький, кто приходит. Ему говорят, там, ячейка 40-423, ну, грубо говоря, она: да нету, блядь, здесь такой, нахуй. Я говорю: ты склад там ездил, здесь вообще таких цифр нет. Они приезжают, потом рассказывают, они на меня косятся: блядь, дебил. Нормально. Они до сих пор, наверное, утилятся с переделали. Да переделали, пойди? Да я хуй. Отметился так, когда работал. Да, вот так вот. Истории какие у дядьки у нас. Одни заборы. Заборы, заборы, заборы. Тонь! Все знают речку Тонь. Вот она, долина заборов. Ну, это я ее так понял. Здесь ебаный в рот, километров 4 или 5, наверное, до этих заборов. Это, как она называется, экран. Шумоизоляция, да, экраны. Чтобы жилые сектора там от трассы включали вот эти звуки от машин приезжающих. А камера вообще там, народ? Там. Тахтамышева. Тоже от Тахтамышева. Тахтамышани. Кстати, кто живет возле трассы, нету экранов, ну, говорят, что здоровье очень сильно влияет. Это звуковая вибрация. Ну да, постоянно считай. Просто заебаться можно. Туда-сюда, куда-то. Я бы нахуй гвозди на трассу кидал. Чё ж ты не кидал, когда же несут эти здоровье еще? Да ты еще батарею. Убирают, блядь, и тут же накидывают. Лол. Не, я помню, маленький когда был. Не обслуживание, да, вот этого забора гребаного. Ну да. Маленький когда был, мы кидали на дорогу всякие камни, там бутылки, смотрели, ну, как машины по ним будут проезжать. Пока в один прекрасный момент нам не вышли и не дали пиздюлей. Так, что-то мы закончились, а там дальше еще. Дальше еще. Долина, блядь, долина. Нет, дальше. Это прям большой проект. Почти как у нас. Что, ебанутый? Что там делаешь, блядь? Красота, ребят. Красота. Это же с вами ветра, никуда не слышу. Сейчас будет. Надо сделать ролик. Вот, вот. Акула так делает, а здесь снимаешь, типа, у нас догоняет. Видели такой прикол? Да. Макс, пиздуй. Пиздуй на улицу. О, депсы. Хамса. И на заборов. Это вот это, да? Да. Иди. Сарента. Нормальный. О, так а мы это. Да пизда, построили магазин, нахуй забором градили. Где же магазин? Ребят, где магазин, не знаете? Да, блядь, за забором. И обойти забор, главное, вообще без. Ну да. Пол города обойти. Фурианцев, говорит, устанавливает. Ну, фур. Фурист. Фур-фур такой. Фур-фур. Привет. Сука, я нарушил. Надеюсь, кроме. И тебе штраф такой: привет. Смущайся. Да,
Катик что-то психует. Хорошую машину купил, наверное. Наверное. Вышел. Нет, у меня тоже такая была. Сука, себя не проебешь, не проживешь. Вот, кстати, здесь дохуя заборов. Да, не забор. И фурянец один. И фурянец. Сука, все, но за это. За хештеги. Да, фурянец. Ватя, 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 а ты в курсе, что ты забиваться едешь? Нет. Да я забыл уже. Нахуй мы тогда едем? Да, ёмки, бля, нахуй мы приехали. Будем делать старого Марио. Старого Марио. Ты где, на предплечье или на предплечье? Предплечье. А? Предплечье. Ну, мы сейчас это ждали, планировали полностью сделать предплечье. Я сначала говорю, может, сначала полосу рукав откатурить, а потом уже это, ездить, красить. Он говорит, давай сразу, если вы снимать собрались, то сразу, чтобы готова работа была. Как бы интереснее будет. Ну да. А с другой стороны, я рукав хочу. А нас с хлебом, солью встретить? Главное, чтобы не спизделяли. Вот это такие, я вас не звал, идите нахуй. Ну мы записаны. Калмарская. Да что ты мне в рожу светишь эту камеру? Скоро же будет это надпись, да? Там еще большая вывеска на Томске. На повороте. Давай остановимся, заснимем. Да. Блять, жопа деревянная уже, пиздец. Мы сейчас еще в магазинчик заедем какой-нибудь, там в магазинчик. Вот давай остановимся, немножко постоим, ебать. Это мумия? Нет, человек. Че он, блять, как будто это? Мучил. Мучил. Фурианец. Нет. Фурианец. И фурианец. Все, мы дали, короче, офиг. Через 400 метров поверните направо. Вот, Томск, вот он. Основано в 1604 году, блядь. О. Остановите, я сойду. Нет. Оставим его здесь. Ура, историческое Томск. Поселение. Да? Представляете, к историческому поселению. Вообще поверните направо на съезд. Спасибо. Сейчас тоже будет знаменитое здесь, место. На посту здесь мой был первый штраф за 10 лет. И после этого штрафа, сука, мне штраф уже штуки 3 прилетел. Поворот не поднимешь. Нахуя ты делаешь? Вот на этом, сука, ебучем нахуй. Надо было этому гаишнику, блядь, в 6 утра не спать, блядь. Стоял тут палочкой своей махал, блядь. Утырок, блядь. Вот там же стоял, блядь. Козел, блядь, чтоб тебя... Козел! Мы это запикаем. Пик-пик. Вот, 700 нет, метров. Ну, по сути-то, охуенный диалог получится. Гаишник там, пип-пип-пип-пип-пип-пип, гаишник, да, вот. Че он доебался, ехал-то прям, Ватя, ты его работа. Да, блять, он не прав был в один хуй. Я потом сообразил, что он не прав был. Когда уже платил за штраф, да? Нет, когда уже это, я уже ехал. Да, хуй, я всю ночь спал. Это я был, кстати, на мастер-классе, и опять уехал я в эту же студию. Направо. Сейчас можешь включить поворот. Да ладно. Да. Пик, 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 пик. Ты как-то мы быстро доехали, не? Да хули так нестись, блядь. 170 летели. Не везде, конечно, но... Так, что-то я это, короче, с пустыми руками как-то интересно, я думаю, надо заехать в какой-нибудь магазинчик. Время 10 есть, а то прикол больших городов, что все работает, либо с 10, либо с 11. Это у нас люди еще работают, как это в Советском Союзе, с 8, блядь. А здесь все работает, блядь, с 10 почему-то. По крайней мере, все крупные торговые центры, там вот эта вся хуйня. Ну, блин! А все почему? Потому что добираться долго. Да. Так, мир одежды. То... Так, ищем, короче, где можно купить. А что мы купим? В студию, ну, вот, ребята.
А похавать или нет? Может, наверное, да? А? Кришка, наверное. А они бухают? По-любому. Бухают, видимо, пил. Может, в этот тогда? Тогда бухлишка. Чур, я выпью. В изумрудку можешь заедь? В изумрудку? Блядь. А там нету алкомаркета, прям такого, блин. Изумрудка, почему там есть? Алкомаркет? Ну там же на первом этаже этот какой. Блядь, тогда надо перезабивать это. Я не знаю, где изумрудка. Томск, изумрудный город. Показаны результаты по запросу Томск, изумрудный город вдоль маршрута. А, заебись, мы проехали. Сейчас. Поворачивать. Прям в сугроб. Да хуй на обланчу. Да нахуй. Так, у нас есть 1.5 часа. Мы успеем за 1.5 часа? А чего нет? Мы же знаем, чего мы хотим. Чего? Мы хотим хлеба и зрелищ, или как там, да? Как там говорили? Это, ну, да, все, ну. Ну, это типа это. Ты что несешь? Я несу тортик, да? Это гладиаторы, типа, что там эти зрители, там, морально там стоят. Куда ты? Чтоб тебя открыли. Чтоб, бля, какие фразы просто летят, ребят, запоминаем. Трынь-трынь тебе в ухо. Сколько вырастет лет? 15. Душе мне 18, да. Выгляжу на 16. По факту. Похуй на возраст. Абсолютно. Херцпун, пан. Пап, а пап, о, пап, нахуй, заебись. Через 300 метров поверните налево. Хорошо. Бля, я всегда стебаю вот от ее голоса, типа, блин, ну, мне кажется, она в один момент, ну, момент такая скажет, вот, на данном участке, типа, поверните нахуй. Ты растерялся такой. Как что, блядь? Не, ну знаешь же эти видосы, где они пиздец, мне это прикалывают. Мы будем возле парка приезжать, да, сейчас? Вот он, парк. А, красота. Через 300 метров поверните направо. Мы здесь под музыку тогда приехали. Окно, наверное, грязное, хуёвое. Да нет, думаю, нормально. Че, Вадь, красивую улицу заснимем? Да. Yeah. Ох, кто-то монтировать заебется. Мы его пропустим? Конечно же, блядь, нет. Нет. Ах ты ж, блядь, в машине еще и куришь, нахуй. Ну хуй тебе. Ты че, блядь, снимаешь? А где красивая улица? Вот она. Вот она. У каждого свое понятие красоте. Красивая, понимаешь? Старая улица. А зачем мы с нее сворачиваем? Через 300 метров. Он настоящий? Верните налево. А нет, живой. А нет, живой. Он настоящий. А нет, живой. Типа разница такая, да? Дядя, бля. Давай вот сейчас. Пиздец! Вот-вот. Вадя культурный, джентльмен, блядь. Джентльмен. Ну, я обязан был его пропустить? Ну да. Это ж правило. Че, это вам потихоньку можно же, да, включить? Поверните правило. Налево, затем поверните направо. Да я сам. Да, не делай это больше. Вадь, тут вытряхнуть надо будет за ним. Я вот сейчас нихуя не понял, что произошло. Я тоже не понял. Ничего не понятно. Домики старенькие разрушают. Вырубай нахуй. Камеру вырубай нахуй. Разбираются.
блин, вот здесь живут, офигеть, как вот люди живут. Там ебун, наверное. Знаешь, как он перекосоёблен? Вообще пиздец. Да хули, век уже, нахуй, с нихуя. Несколько веков даже. Через 600 метров поверните налево. Это ж дерево, типа, ну. Не, как это? Ну, пиздец. Это же дерево, ну, пиздец. Там отопление, там печное, кстати. Печки? Да. Ебануться. Я тогда жилье смотрел, это в Томске. Там это 800 тысяч квартир в таком доме. Печное отопление. 800 тысяч? Да. Кстати, я попался. Охуеть. Ебать, это ты что за клоун стал так? Да он, наверное, влетел. Ну. Ну. Влетел? Ну. Да нахуй. Как-то странно он влетел. С парковки, наверное. Да хуй знает. Ну а как, блядь? Или там в кого-то въебался? Ну а вон черненький, видишь, стоит сразу же на повороте. В него нахуй влетел. А хули он так стоит? Хулио! Занесло? Да нихуя себе, тут как занести должен. Сейчас чекнем. Пропустите. Хуй знает. А, ну вот тут что-то выебались. Хуйня. Хуета. Ребят, мне кажется, мы это, правда, слишком много материмся. Да ну, блядь, в натуре. Естественно. Налево. Господи, я забыл уже про тебя. Ты испугался, кто сказал? У нас четверо. Когда ты в машине один. Вот это поворот. Или когда ты дома один, да, чихнул, искали. Лето-клиник. Лето-клиник. О, бля. Вадя, как тебе Томск? О, мне нравится. Но не везде. А где именно? Ну, где вот та улица, вот. Где вот то ли набережная, там, где вот театр. А дальше уже все такое вот. Юрга. Ну, мне, кстати, от меня Томск, чем мне нравится, что здесь как-то это, места мало. Ну, дорожки узкие какие-то. Поворотов много. Такой, типа, знаешь, город-квартал. Бежать от копов, заебись. Не, ну это да. Ну смотри, как где можно с это. Не, ну а по сути он. Юрга приехала в другой город. Это все печально. Все вынесут. Блин, это жестко в таких домах жить. Блядь. Ёбаный рот. Ёбаный в рот. Кстати, тогда мы тоже так же на этом повороте, только мы еще не падали. Пять минут назад он говорил, что надо меньше материться. Да? Не помню. Чего говоришь? Не было такого. Не было? Ну, ты морду сейчас. Че? Да бабу сейчас, ну, здесь заворачивала. Нет. Едут на машине на дуэте этом, как у Део дуэта, как он, блядь. Баба сидит такая. Чуть ли не на Каене едет, блядь. Насосала. На прокатку. Да не тебе, не тебе стоит. Шкода зависла. Ты чё, уснул, дурачок? Чё происходит еще? Ну он что-то стоял. Вот, ты сейчас поедешь, только ты сначала посмотри, и потом едь. Я вообще не понимаю это движение здесь. У меня вообще прав нет оно. Это не так, надо тихо, было говорить, да? Камера. О, курица, ей похуй вообще. Это нахуй, что вообще происходит? Это называется похуй пляшем, короче. Это называется с монтировкой надо вылезти и ебальник набить. Да, не выйди, встань вон там, шнурки завяжи, короче, они остановятся все. Хотя там подберем. Перейди пешеходку, да? Да. А что, похуй, я бы не обломался. Мы с таким движением успеем, нет? Время так, 39 минут. У нас сейчас... Ну, конечно, 20. Успеем, ты чё? Не, успеем, просто берем вот так вот и делаем. 26 было, ну, где-то плюс-минус.
не буду врать, не помню. Познакомился то ли ВКонтакте, то ли в Одноклассниках с девчонкой с Кемерово. Она говорит, приезжай, говорит, это в гости. А у меня ни машины, никуда не было. Я приехал на автобусе, иду, как это, как бедный чувак. Стёк приехал, он сказал, на какую улицу мне приехать, я на автобусе приехал. Это Кировский район был, так криминальный. Угу. Пока ехал, там, блядь, чуваки на меня наехали в автобусе, нахуй. Я так сделал, видишь, что мне вообще похуй на них, отвернулся. Ну, не суть в этом. Стою на остановке, жду ее. Она говорит, сейчас, говорит, я подъеду. И вот такой же трамплин, который мы сейчас проехали, только чуть-чуть побольше. Стою, она говорит, смотри, говорит, там вот трамплин, я сейчас, говорит, из-за него буду, ну, выезжать из поворота, ну, где трамплин. Я думаю, ладно. Стою, слышу что-то, ну, блядь, так, с прямотком что-то рычит. И на этом трамплине просто из-за горизонта девятка просто вылетает. Прям мордой втыкается, ну, прям сильно бьется, такие искры из-под машины. Хуяк, такой, это она приехала. И я такой, ёбаный, мне вообще стоит садиться с ней в машину, нет, как она ездит. А это у нее был прямоток или просто глушак оторванный? Прямоток у нее стоял. Ну, у нее такая прокачанная эта девяточка была. Тихо. Вау. Люблю, ебать, да? Ты уверенно здесь так ешь, как будто ты каждый день здесь ездишь на работу. Я каждый день здесь езжу почти, да. Ну, здесь неоднократно. Ну вот, а когда она приехала ко мне в гости, у нее провария это забрали у нас на посту. Она прям перед самим ГАИ, там двойную сплошную там пересекла, короче, там на их улетела, и хуй знает как. Поверните направо. Но она отсудила их. Вырубай. Че, как оно? Нормально, приехали, живые. Мы возле изумрудного города, точнее, прямо возле него. Зачем мы сюда? Вадик хочет купить подарочки в студию. Или что-то там. Подарки в студию тут. Ебать, оно очень майот просто. Молодос. Вадик, как тебе изумрудка? Че? Я часто сюда езжу. Зачем? Что ты здесь нашел? Шупится. Ты шопоголик? Да. Не отрицает парень. Даже когда денег нет, я все равно еду сюда. Воровать. До салона подкините. А? До салона подкините. Блять. Отойдешь. Че ты говоришь? Да, спрашиваю, в Кемерово у тебя ли? Мы в Томске. Кстати, я бы в Кемерово бы сгонял. Мне нравится в Кемерово. А чем тебе Кемерово нравится? Ну, не знаю, блин, там как-то это... Породнее? Ну, да, не знаю, породнее, но просто как-то там уютнее, как по мне. Вот если бы у меня был бы выбор жить в Томске или в Кемерово, я бы, наверное, жил все-таки в Кемерово. А я бы в Томске. Эх. Если побольше. Я бы в Питер махнул. В Питере пить, алкаш. Не, мне просто нравится Кемерово. Не, надо же там нравится. Разбавлять зожников, типа. И как-то это, ну, попроще с улицами, там, вот со всем вот этим, типа, определяться. Ну и ценник, ну, более-менее, как вот у нас. Ну, а в Томске уже есть разница. Знаешь, Кемерово — это юрга на максималках. А Томск — город. Можешь что-нибудь покомментировать, пока мы идем. В общем, Вадик говорит, с пустыми руками неохота ехать. А что взять, он не придумал пока. Ну как не придумал? Есть, как сказать, типа... Вот они. Я могучий. Ой, я могучий, который постоянно звонит. А что мы куда? Сюда? Ты что? Продуктовый снимать не будем.
Вадя, Вадь, Вадь, точнее просрали, походу. Просрали. А у нас это подарок играть. Мне можно это рассчитаться? Один раз воткнулся, короче, было. Вот это было неприятно. Да, походу, да, ненадолго. Там батарейка что-то сильно зажала. Одно деление. Что самое интересное, это можно было сделать самому в сути. И гораздо веселее. Ну, интересно, что ли? Что за звуки? Кого-то режут. Что ж тут чё? Эй. Как все прошло? Чё вы делаете? Хуйней маемся. Собаки любые, собака кайфовые. Что мы такие охуенные, короче. Так, нам главное это не наебать и успеть. А что по времени? Ну что, если он маленечко это страшно?
15 минут. Да нормально, блин, еще время, вагоны маленькие тебе. Ребят, ребят, смотрите, как надо приходить в студию. Да. Пока. Так, что, нам модуль тату надо тебе. Так и скажи. Так. Вы прибыли к месту назначения. Ё, мы выходим, выходим. Далее. Модуль студия художественной тренировки может быть закрыта, когда вы приедете. Через 100 метров поверните налево. Может быть закрыта. Поверните налево. Затем поверните направо. Направо. Это, на дорогу смотри, ёбаный. Нахуя? Нахуя, мы же и так умеем ездить. Так, едем мы сейчас. Мы едем в модуль дорогу. Затем поверните направо. Это лево, придурочное. Поверните направо. Так, что, мы же что-то Рената туда везем? Да. А что мы везем? Почему мы это делаем? А чтобы у мастера было хорошее настроение. Через 200 метров. А зачем это хорошее настроение? Ну как-то, он мне сделал красоту. Это подкуп, бать. Это подкуп, это взятка. Взятка. Мы занимаемся коррупцией в тату-культуре. Не, ну как, мне вот нравится, когда ко мне клиент приходит и приносит такую-то няшку. Неважно, большая, маленькая, но это чтобы была няшка прям. Бать, ты не хочешь, что такое няшка? Это болото. Да, блядь. Чего ты делал? Ну, няша, это болото. Няшка — это клевая штучка какая-нибудь, там вкусняшка, там, не знаю, сувенирчик, там, все вот это, фигня вот это, короче. Вадим Юрьевич у нас, как в этом, кто это, рассказ или кто это, типа, Плюшкин, кто он там? Плюшкин, да, есть такой. Рассказ? Во мне. А я не знаю. Любит всякие штучки интересные, висюльки, брелочки. Да, антикулар всякие там. Нихуя себе. Антикулар мне показать. Не, ну прикольно же, когда, допустим, во-первых, прикольно самому сделать кому-то приятно. Сделать, по крайней мере, я по себе знаю. Или сделать приятное. Да, блядь, ты куда меня завела курица? В промзону завезет и отмутит машину нахуй. Ебуня какие-то. О, доставка от панды. Так, вот как сейчас мне отсюда выехать? Дайте мне выехать. Пидоры сейчас хуй пропустят нам. До конца стафора они установят. Ребят, ребят, вас снимают. Блядь. Валились. Так, я опять так свою мысль не закончил. Самому приятно делать приятное. Да, приятно. Мне нравится делать подарки. Особенно, когда на это есть возможность. Так, что? Ну давай, врывайся. Блядь, ну направо и налево, типа, мансани маленько. Да куда ты нахуй? Кто там? Сейчас выйду, блядь, слышь? Это ее дама зафиг. Да похуй, ебать. Вообще похуй. Поверните направо. Бля, юргинцы. Через 30 метров. Плавный поворот направо. Плавный, бля, плавный. Не дрифт на. Плавный, бля. Плавный. Плавный поворот направо. Она говорит, плавный. Поверните направо. Ебать, какой плавный. А чем этот поворот направо отличается от других поворотов направо? Направо. Почему, блядь, он плавный? Блядь, сколько этих поворотов направо, блядь. Мы вообще какие буни заехали. Я первый раз здесь. По кругу, по кругу. Интересно. Домик голубенький. Навигатор пустил ребят по кругу. Плавным поворотом направо. Долго еще ехать? Не, вон, уже вон. 5 минут. Да, 5 минут показывает. Что-то съемка пока прерву. Да. Мы где-то в этом же ауле, да, были? В этом же ауле. Не. Да. Где этот? Пожарная вышка. Просто вон оттуда мы откуда-то сваливались. Не-не, мы с другой стороны. Мы с другой стороны возьмем. Через 300 метров поверните налево. А, как сюда колесо? Не очень. Не понимаю, где мы. Блять, вот как вот раньше люди без навигаторов жили? Покинул, чтобы куда-то попасть надо было. Сколько народу заебать, чтобы тебе показали, куда тебе идти и ехать. Нахуй, ехай, нахуй. Навсегда. Я не знаю, мы нарушаем, нет? Нет. Ты знаешь, на красный проехал. Ой, блин, на красный проехал. Так спокойно, как будто в GTA поиграл. Поверните налево. А у всех же, да, по-любому был такой заеб, чтобы в GTA по правилам ездить. Да, все пытались. Блять, я не понял, ты чего? Через 200 метров поверните направо. Ты пиздец, чувиха. Телефон убери, блядь. Вот сдвигайся влево, нахуй. А, прямо сейчас будет ехать. Просто будете ехать прямо. Я надо... Ебать, вообще, нахуй. Пропускай, пропускай. Нихуя. Ой, пиздец. Опа, опа. Впереди копы, блядь. Впереди копы. Я опять понимаю, куда мне ехать. Прямо. Да, там. Поехал. Блядь. Кнопку нахуй. Блядь, тротуар там есть, ёбаный. Насос.
Ну, вторая нога. А мы приехали, кстати. Да? Приехали? Да. Вы видели, кстати, как это, как краны направо. Падают эти? Как что? Краны падают эти. Краны? Очень жестко. Это на видосике. Бля, бабуля, не тротуар не же не рядом, ёбаный в рот, а? Ну зачем ты здесь ходишь? Не ори на бабушку. Ну тротуар же вон рядом, блин. Папа, да не ору, я возмущаюсь. Папа. Да я возмущаюсь, как ору. Ору, как возмущаюсь. Ору, как возмущаюсь. Так, ну что-то мы, ребята, вообще на 30. Поверните направо, затем... Дальше, дальше, дальше. Будет вот здесь направо, вот здесь направо. Вот здесь, да. Я говорил, рано рвемся. Ювелирный салон. Ебать, а тогда столько не было народу. Это его, знаете? Вон там вон есть пятачок. Хотите сказать, вот эта вот трехэтажка, это все тату-салон? Нет, там стой. Еба. Сейчас тетя выйдет. С машины и пойдет пешком. Машину вот так оставит. Серьезно? Бать, подожди, она еще назад. Она еще сдаст. Ваше место назначения находится слева. Бать, прям так машину оставить. А, блядь, там калина. Давай сюда. Давай, буду. Пизда. Котенку срать больше не будет. Так, Ренат, Ренат, Ренат. Во, подпирай королу. Давайте. Подпирай, но. Что там, мне ничего не мешает? Ну, нормально. Вот маленький пример. Вот у тебя еще это парковочная хуйня, не забывай. Че, ну парковочная, кто ее еще пидорнет? Тачку пидорнет, дай пидорнет. Не убирай его. Ты ебать, бля. Еще раз. Выебываешься, кадры делаешь, будет кнопка. Мы приехали. Мы приехали. Машину хватит? А? Кисть, Данил. Данил. Это с 8 марта, да? Да. Я прикалываюсь. Что, вы курите, не курите? Я курю, а это зожники. А, зож, что? Да, я тоже на зож. Не. Подожди, телефон. Как доехал? Я-то, что я, здесь 5 минут я спустился, мне недалеко. Отлично. Это вам сколько вы? Часа 2 ехали? Нет! Или вы? Вообще махом прилетели. 40, наверное. А, здесь соты какой? Приехали. Я начинаю волноваться. Мы входим. Приезжаем, сходим. Какую штуку надо? По всей юге. Тапочки любые, да? Да-да-да. Здрасте. Огонь. Так, хочешь туда, да? Позывайся. О, что-то маленькое. Кто не видел? Да. Что-то мне показалось. Все на стиле. Африканский? В Африке. Не, у нас это. Тоже с кабаки. Да, посмотри. Распаковывайся. Черепа не наши сидят. Да. У меня так, любительский формат. Больше для своей аудитории, я так на больших нет, не рассчитываю. Ну, сейчас вот начинается всегда. Все можно здесь привезти с РБР просто. Ты пизданочку у тебя смотрю. Ну так, потихонечку. Как она у тебя? Ничего,
Я тебе дома надо ее таких. Перед тараканами, она не лежит где-то. Я, короче, купил вот эти штуки, там были всякие змеи, жабы. Знаешь, что на уроках биологии давным-давно, да-да-да. Ну, короче, продавались, у меня панцирь прикрыл, я думал, так, ну, змею я точно составить, но какая, знаешь, что там, как будто на ней трактор проехал. Тачку прилетел себе. У нас в студии писюны есть. Это спрей батл. Только тут один. А у нас по всей студии. Ну, даже. А мы сейчас развернемся, сейчас еще одну побольше. Бать. О. Холдер. Валер, это так вот. Не холдер. Холдер. Мольберт. Да. Тоже все на коробке работает. Машка. А, ну так. Я порнушку такой видел. Порнушку? Только порнушку смотрит. Познавательно. Какая красота! И кто такой? Можно живого такого? Пик-ли-пик, чё? Это Рандул, да? Это был на блеск. Или нет? Кисиет. А, кисиет. Для нас был, он что-то дох. Это я, короче, запись видел. Женщина вставала дома, ну, девушка, и они потом съехали и забыли своего этого таранта из дома, короче. И она с диваном сбегает. Да, между диваном и, короче, стенкой себе сбил гнездо. И на диван, когда сбегает, он там, я работаю. Вообще к паукам так отношусь. Особенно к таким большим. Я обожаю это. Когда я в Таиланд ездили, короче, захожу там помыться. Сука, ну он не такой большой был, он как бы вот такой, наверное, лицо. Это не доказалось. На самом деле, наверное, такая у меня, короче, пробежала. Все, я туда не пойду. Это выгрузил весь какой-то там противомаскомарин, короче, какие-то там спрей. Поджег спираль туда закинул. Все сделал, чтобы эта тварь сдохла, она не знаю. Так, попадет, да? Все, Вадим, началку тоже не будешь делить.
Ну, можешь ходить, но только левую руку. Это было как это Папай, да, самого выбора. Не Папай, как это черт. Гладкоряди был, короче, мотор. Слева не до раза, да, Майк? Вот эти чуваки писали ревиль. Недавно, да, они появились? Это раньше был доктор Про, знаешь, да, тату фарма. Вот. Потом они, короче, поругали за что-то. Ну, можно сказать так, да, там, короче. Они даже не пришли по общему мнению. Побоялся, короче, с ними все, потому что я не знаю. Зря, кстати, эта штука, прежде чем тату фарма сейчас. Потому что как бы ее основал тот чувак, который изначально основал тату фарму. Да, он ушел. А я попросил у них, вы не пришли, пробники я посмотрю и будем работать. Он говорит, ну пробники не посылаем, да. Вы, блядь, это предложение сделали? Типа, на спонсорство или именно покупать Бельчманов? Ну. Вы, короче, по-другому покупать, короче, купили, если ребенок 69%. Я затарился на 15 лет, по-моему, уже. Ну, это разовая акция была. Больше этого будет. Максимальный процент скидочный, который будет в будущем, это вот прям самый максимум. Ну, а я... Да, не может, парни сказал, да? Полгода, наверное, пользуюсь. На, я что-то смотрел, короче, ни подписчиков нету. То есть они как раз крутят? Поэтому они спросили, что какой-то пробник не дают. Ну вот, короче, нормально у меня некоторые сначала вообще переводится. Не пользуюсь? Не, я вам. Ну, я знаю, что массив, пацаны, да, я просто не знаю, как она работает. На фарму, короче, начали появляться ключи. Приходят. Там, ну, как бы они не белые, ничего, они просто такие, знаешь, неровная кожа. Да. И тут я сначала думал, ну какой-то пиздец, наверное, или что-то. Потом, короче, еще один пришел, да. Что-то не так. Начал предлагать сменить крем подсаживающий, ну и после этого уже смотрю, что это нету вроде каких-то там людей, которые жалуются на что-то. Ну и все, потом пришел наливать вообще запись. Где? А я им оказал, он сказал, вы мне не даете тут пробников, я не буду с вами. Ну, по-моему, нет вообще пробников. Ну, в смысле, вот это минимальный объем. То есть, как бы меньше, они, по-моему... Вы могли бы хотя бы предложить по одному кубику карту продукции, хорошо, не травма. Я даже не обломился, я бы даже купил, грубо говоря. Мы так не работаем. Чего, блин? Вы появились на рынке, блядь, вы покажите свою продукцию. Ну, я так понимаю, что у чувака амбиции все равно завышены, потому что он как бы прокачал фирму такого фарма. Ну, то есть он как бы ее создал и раскрутил до такого уровня. Я думаю, что он знает, что он делает. Знаете, какие-то там такие свои даже есть, наверное, ну, скорее всего. Рынков, кто знает, как получается. Да. Скорее всего. Настолько. После того, как он будет больше. Ой, там же хочу. Ух, а тут что, прикольно? Она тогда высыхает, но вот. Там пленочка образуется. То есть, когда вы проебал помазать, то я сразу выделяю, что они кофе выделяется. То есть, надо делать, что пленка именно сама. Блин, мешает, это тоже не нравится. Я говорю, и что-то делать, если вообще не видишь, именно кто-то чем-то занимается. Писанина, ладно. Ну, этот Сидвижес, например, гитарист. Басист, это Сидвижес, тоже уже хорошо. Время. Просто с музыкантом хуя. Ну, с тебя ладно. Да, меня учительница. А, у тебя же, да-да-да, ну, запросто. Я не знаю, как она там пишется. А, обычно письма. А я что-то шарим. Все равно на катышке не веду. Большой кожа на катышке. Работать фильм. Ты а сейчас от езды, короче, вышли им. Они полностью форму, ну, саму катышку, как у квадрона. И у пил. В принципе, я разницу по контуру, по квадрону, вот, и вообще не заметил. Если у стандартного езды, там, вдруг такой небольшой, сапло большое, то есть там все-таки путинушку сделано, сделано. У нас есть студихер. Ну такого-то стреляющего нет. Есть мыльный, стеклянный, нарисованный. Мыльный я девчонке покупал. Запахом дела. Что значит мыльный? Ну, мыло. А, за свет пузырь? Нет, просто мыло. А, что мыло? Он при липучке был такой. Его в туалет поставили. Клиенты заходят, там просто такая зеленая штуковина есть. Как реагируют? Угорают, дико угорают. Кто-то не реагирует, кто-то снять, кто-то снять. Ну, табличка там на туалете такая. После таблички на туалете. Опа. Раскраска. Пошел.
А почему, смотри, вот здесь нормальная раскраска, а у нас опять ладаки. У нас раскраска 18+, там будут члены типа. Ну там завуалировано все, что-то там морская тематика. Завуалировано, там просто вот на формате 4 идет день такая. И вишенки сбоку. В этой игре куда лезет? А Юля, у нас Ну, действующих пока 2. Сейчас третий. Сейчас третий. Да, ладно, говори сегодня. Вы ее показали на расстоянии? Вот пока она там кожа. На кожу делала? На искусство. Ну это, блин, да. Я, кстати, сам не нахлоп, пожалуйста, туда проходить. Вообще не понимаю, да. Мне вот непонятно, если ты, допустим, делаешь татуировки на искусственной коже, привык, да, потом, короче, начинаешь нормально пробивать, это же вообще абсолютно разная вещь. То есть, чтобы хоть как-то сказать, что это то же самое, то есть, вообще не то же самое. Вот, и я слышал, что эти проблемы большие. За это возникает, учится на китайском. Ну да, на китайской коже, на этой косвенной эксцессии. И в какой-то момент, когда им дают обычную тачку, обычную кожу, то есть они начинают делать и ушатывают ее насколько просто. Потому что, ну, привыкнут или нет, так не было. Там еще один банк. О, скоро стал. Давай еще раз. Страшно тебе? Нет? Чуть-чуть. Маленечко. Когда ты последний раз кололся? Когда было? Месяца 4? А нет, я еще не работал. У нас только удаленка. Ну, больше полгода. Косяк. Удаленку не сделали. Ты промолчал, вот убежали как бы. Блин, сколько раз возил? Сколько есть? Пять. Ожоги были? Вот первый раз, когда у нас стали лазер был, я сам себе это удалял, я нажег. Ну что, не шарил нихуя, а здесь нет ни одного. Я делал. У меня здесь нет. Я думал, что мне только не там он уметь. Да, я знаю. Там не все так просто. Я даже понял потом. Ну ладно, я тебе сейчас покажу видос. Бомбер вообще не парился. Чуваку линии сделал, тут же нахуй по ней пойдет. С кошком? Ну. Ну это прям вот этот трэш. Вот такой, либо, блядь, человек не катать. Тату вслепую, только слепой мастер зовет. Тоже приходит. Пикачу. Желток такой на ноге. Не, тату вслепую прикольно на спину делали. Там клиент слепой сидит, а тут мастер, ты понимаешь? Нет, там прикольно сам подать. Смотри, петухи вообще нет. Это второй день. Нихуя, действие. Еба. Ёб. Что, шрам это? Нет шрамов. Все нормально, посмотри. Ну вот так вот приветствовал. Он прям, блядь. Она как бы это, сколько? 2, наверное. Вот эту полоску постепенно, извините. Стреляли. Травмы нет. Ну травмы нету, но тогда была. И психологическая, да? Так. Хотя, газ? Да, давай. Под музыку. Тебя забривать надо? Ну да, я. Сейчас, когда начнут, надо будет по студии походить. Чаёк потом хлебнуть надо. Так, начнёте забиваться. Хорошо? Хорошо вообще, не очень. В тот момент, когда понимаешь, как себя клиенты чувствуют, когда ты к ним прикасаешься. Стабилизировать точно. Ровно приставка.
Корпорация. Сегодня мы, ребят, в гостях у Модуль Тату. Делаем Вадим Юрьевич татуировочку. Барбершоп специально для рук. Барбершоп для рук, да. Бреем ваши руки, ноги. Убриваем ровную полосочку. Вот тут Я вообще первый раз, да? Делаю, я вчера попал, ребят, всем привет! Да? Конечно, такие кадры. Мы еще... мы еще попадали. Вот YouTube не попадали. Приехали сегодня мы в Томск в гости. Юлька, привет. Привет, Юлька. Как детский, короче, прям. Будет не больно, да? Я аккурат. Я тоже так говорю. И на заднем фоне банка вазелиновый. Мне потом надо более не делать, как сделать. Надо Путина удалить. Да, контент от Путина, и врагам надо сделать просто все. А он там еще вчера слышали, да? Что, не стоит говорить, конечно? Да можно, можно. Расскажу. Ну там ему предложила Терешкова, у нас есть такая дамочка, которая фото продала. С белой полоской, которая там уже марлова, походу. Вот, она предложила обнулить его сроки. Ну и там. Что, типа по новой? Да, и там, короче, вся Госдума встала, такая, я долго аплодировал. Хотя, слушай, что их хотят вообще убрать. Она просто не решает аплодировать, я так понимаю, там снайпер сидит и говорит, кто у нас там не хлопает. Это как это, все в Северной Корее, да? Да. Кто плохо плакал на ссылку. Да, кайфовый. Ты тоже посмотрел, вот этот чувак странно улетел. Там кто-то предлагал, короче, на ПВО переводить, прикинь. ПВО? ПВО. И он, короче, ну тестил, короче, так все вышли. Я просто перевел и оставил. Ну все, неделю можно. Потому что это клей, как ничего, говорит. А так, говорит, держит хорошо. Держит нормально? Что-то ты, Вадь, на камере так молодо выглядишь. Да, я стараюсь, вот я прям сейчас вот наплёкся, там, знаешь, какой-то люди в чёрном, который это... Он сзади кожу подщемил. Да, это тянет, когда кожу на затылке натянул, такой молодой стал. Это змеи. Надо, короче, за этот год не заполучить. Наверное, ты кто-нибудь уедешь, да? Полгода на год. На полгода нет. Так, на месяц. На год, слушай, да? Там сейчас все закрывают, это карантин. Сейчас смотрю, там. Коронавирус? Да. Значит, мне надо записаться здесь сразу. За лето закатаем? Так есть двое. Сейчас смотря как это. Как карантин попрет. Вот в уже все объявили. Че, где там больше всего этих? Да. Нет, Китай там уже вроде мобилизуется, сейчас сказали в Европе какой-то. А, в Италии там вообще, Италия, все там, короче, там вообще беда. О, там ее
все, обозначили красный звонок. Ебать, спустя. А там не получается контролировать. В Китае что там, мешок на голову накинул. Как бы там по, что-то там про права человека вообще никто ничего не знает. А в Италии попробуй так сделать. Там в Китае... Делайте ему больно, говорю. В Китае... А, сделай, не переживайте. Сейчас я возьму свою кривую иглу вот эту вот. Там прикол, кстати, в Китае был. Когда я клиента, да, вы будете отомщены сегодня. Вот эти заболевшие, короче, которые коронавирусом, они ходили в здоровых, плевались, короче. А, я слышал. А еще запретили их хуйню целовать. А еще я слышал, что мусульмане, короче, облизывают эту... награждение какое-то там. Да, типа не боятся. Да, да, да. В итоге там, кажется, я сам больше всего умру. Так, короче, мы сюда, я думаю, что сделаем, может быть, еще какие-то фрагменты, типа... Ну, типа, знаешь, один ап, там вот эти вот там, еще какие-то приколюшки. Сердечки? Да. А можно мне кота 9 ап? Можно 9 ап. Ну, то есть я сейчас пока вот сюда вот не буду лезть, вот именно какие-то там грани делать. То есть начнем вот именно с основного. Все, иди смотри, Бурко. Да, я по-любому буду доволен. Так, все, отворачивайся, я съебу. Бля, спись. И ручку подкачал, нельзя. Мощно, да? Ну. Да, мы все вместе приехали. Я, ну я дальше лопатку захочу. Да весь давай. Весь давай. Не, надо еще... Черепашек там, да? Джойстик хочу по-любому, джойстик от PS-ки. Первый? Не, первый. А какой? Четвертый. Зачем? Пятый живешь, да? Пятый еще не выпустил. Ну а первый тоже она такая символичная, ну, лично. У нее там логотипчик еще разноцветный такой, ух. Да. Первый? Да. Он как у третьей, только более такой, знаешь, более такой угловатый такой, да. И кнопки были больше похожи, как вот на Дентик. И вот это вот PS.